В данный момент происходит зарыбление вверх сестерского водохранилища с озоном. Вот. У нас каждый год здесь, уже два года как, был мор рыбы большой. Вот. И поэтому, значит, стараемся компенсационные зарыбления проводить здесь. Ну, не так, на других водоемах. Но здесь тоже необходимо, чтобы рыба была. Сейчас занимаемся компенсационными зарыблениями мероприятий. Значит, это предприятие, ответственные предприятия, которые, значит, участвуют в этом. Значит, они покупают рыбу, ее договора заключают, привозят ее, значит, на водоем, вот в данном случае Верхнесесерский, и зарыбляют вот такую вот молодью 20 грамм. Примерное количество 700 с чем-то штук. 700, там, 60 или 780. Мы сейчас сделаем навеску, посчитаем, сколько по весу, сколько по штучно. Все зарыбили. Регламентируется и составляется определенный список на год, каких нужно, получается, рек и водоем зарыбить на определенный год. Также они наперед, как правило, составляются. На этот год вот Верхнесесерская, Высеть, также, как правило, вот предприятий по всем водоемам Свердловской области составляется определенный список. И по этому списку работают. Каждый год это разные водоемы, как правило.